Самый крупный автомобиль компании «Шкода» «Суперб» до сих пор предлагался только с одним единственным кузовом – седан. И вот с недавних пор чехи решили разбавить гамму, выпустив «Универсал». Перед нами по-настоящему огромный автомобиль, без малого 5 метров. Таким образом, он входит в число самых крупных универсалов в мире. При этом «Суперб» является самой доступной машиной в классе с таким типом кузова. Его цена стартует с отметки 1 миллион 350 тысяч рублей. Но самое замечательное достоинство этой машины поистине гигантский багажник, который по площади сравним с малогабаритной квартирой. Объем составляет внушительные 633 литра, а если сложить спинку заднего сиденья, то вместимость достигает 1865 литров. Подобной величиной не то что универсал, не каждый минивэн сможет похвастаться. Внутри отсека предусмотрены сетки и проушины для фиксации поклажи. А как приятно пользоваться электроприводом задней двери. Нажал на кнопку, и она автоматически закрылась. И удобно, и руки всегда чистые. Строгий внешне, но очень качественный и добротный интерьер – еще одно важное достоинство «Суперба». Чувствуешь себя как в кабинете бизнесмена. Такое ощущение возникает еще и благодаря щедрой комплектации машины, в которую входит кожаная отделка, парктроник и многое другое. Но больше всего поражает запас пространства на втором ряду сидений. Места тут почти столько же, как и в представительских седанах. «Универсал Суперб» поставляется на наш рынок только с одним вариантом двигателя. Двухлитровый бензиновый турбированный мотор выдает 200 лошадиных сил. Неплохо для базовой версии. Два табуна лошадей – это очень уверенный разгон. Старт с места до 100 км в час за 8 секунд. Машина комплектуется роботизированной трансмиссией DSG, которая мягко и своевременно меняет передачи. Посетовать стоит разве что на секундную задержку при старте с места. Несмотря на внушительные габариты, управляется «Суперб» с легкостью малолитражки. Настройки подвески понравятся поклонникам активного стиля вождения. Машина непоколебимо держит курс и с легкостью спорткара проходит повороты, не пугая излишними кренами. Жаль только, что ради такой спортивности пришлось пожертвовать комфортом. На ямах и кочках в салоне трясет сильнее, чем хотелось бы. Чехи по-настоящему удивили. Сделали просторный и мощный универсал по вполне доступной цене. Интересно, чем ответят конкуренты?